сегодняшнего дня на 8,6% проиндексированы государственные, в том числе и социальные пенсии. Получателями таких выплат в нашем регионе является более 41 тысячи жителей. Размер увеличения будет зависеть от ряда показателей. От вида получаемой пенсии, от группы инвалидности, от количества нетрудоспособных иждивенцев. Ну, например, у инвалида первой группы вследствие военной травмы увеличение составит около 1500 рублей, и размер пенсии в этом случае будет составлять 18 885 рублей. У инвалида чернобыльца первой группы увеличение составит около 2500 рублей, и размер в этом случае составит 31 476 рублей. Кроме того, индексация с 1 апреля коснется и получателей ежемесячной материальной выплаты за выдающиеся достижения и особые заслуги. Таких в нашем регионе 73 человека. Также увеличение пенсии произошло у тех, кто работал в ядерно-оружейном комплексе. В Пензенском отделении ПФР также отметили, что все перечисления производятся своевременно и в нужном объеме.